Большое спасибо. Добрый вечер. На сцене перед вами сегодня оркестр 2.0, наш коллектив в урезанном составе.
жестокий грипп вызвал из наших рядов барабанщика Давида Кибучева. И мы пытались его заменить, но поняли, что заменить его невозможно в конечном итоге. Поэтому мы играем без него, думаю, что будет тоже хорошо. Все свидетельствует уже о том, что это будет хорошо. И вот еще очень приятные для меня события. Сегодня к нам в гости пришел мой очень старый друг. Мы много играли вместе. Мы познакомились, страшно сказать, сколько лет назад. Мы играли вместе в оркестре Игоря Бутмана. И не в оркестре Игоря Бутмана, а в других оркестрах, в разных составах. Вот потом он уехал в Америку и до сих пор там живет. И успешно музицирует, играет. И сейчас он заехал в Москву, мы все рады его видеть, и он сегодня будет играть с нами. Это Виталий Головнев.
Thank you.